Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Забираем свои ежедневные награды. $100, это хорошо. Так, в магазине открываем колоду. Сегодня пройдем последнее испытание. Думаю, смятение из другого измерения. И, как всегда, лига будет. Так, подожди, зачем я сюда зашел? В бой. Здесь мне нечего пока делать. Задания, по-моему, все выполнены у меня. Сброс будет только лишь через 13 часов. Так что времени у нас с тобой очень и очень много. Ну что, начнем с арены. Нахожусь я в данный момент в Лиге Мастеров, 37-я позиция. Хотя вчера буквально был в Лиге Мастеров 2 звезды, 37-я или даже 48-я позиция. Короче, сбросили меня всего лишь за одну ночь. Поэтому я буду опять подниматься наверх. Но перед этим я хочу приобрести... Так, здесь нам нечего. Да-да, ребята. Приобрести 3 ДНК на Микеланджело оригинал. Так, слава богу, у нас с тобой жетонов хватило. Ну, а теперь можно спокойно уже идти на арену. Так, что у нас здесь? Билли, Абам и Эрик. Давай посмотрим по кубкам. Все абсолютно одинаково, поэтому я беру самого слабенького. И это, скорее всего, у нас будет Билли. Да, именно он. Откатов у нас с тобой 26 штук. Как ты видишь, еще до сих пор даже у меня некоторые персонажи не успели откатиться. Это еще со вчерашней ночи. Ну ладно, пока попробуем, наверное, без них. Для этого нам понадобится, наверное, Армагон. Возьму сюда Донателло. Вот этот Микеланджело меня, конечно, смущает немножко. Возьму сюда Зека. Только вот вопрос в том, стоит ли мне брать с собой слабых персонажей. Боюсь, что нет. Так что, ребят, будем так драться. Возьмем Шархана и, наверное, Карайку. Нет, лучше все-таки возьму я, наверное, Железноголового. Ну что, поехали, попробуем. Там откат сам видел, да? 11 минут надо подождать и 15. Можно будет сходить пока в смятение с другого измерения. Так, бросаем бомбочку от Зека. Слушай, довольно неплохо сработало. Практически все в замедляшке. Давай теперь броню им снизим. Вау. Так, Раф. Раф мне не нравится. Давай-ка, наверное, валунчиком попробуем. Немножко их как это сказать-то? Короче, завалили мы их. Хотел их, притихомирить. Что за дурацкое слово, притихомирить? Успокоить, короче, одним словом. Да, я еще с просоней очень плохо соображаю. Только кофе он налил себе. Ой, друзья мои. Ну что, 25-й ранг. На самом деле это все фигня. Это мало. Сегодня у нас, получается, пятница, да? Пятница. Два дня остается до отката. Нам нужно будет в ближайшее время взять топчик, как обычно. Ну, поэтому это наша цель на ближайшие дни. Рафаэль плюс Рахзар. Рафаэль плюс Рахзар плюс Майки и Крис Брэдфорд. Пойдет это все вместе с Карайчкой. Сейчас все легко и просто. Берем с тобой, короче, наверное, Рахзара в провокацию, а может быть Рафаэля. Посмотрим, как пойдет дело. Тут, конечно, есть Эйприл. Ну, если Майки делает свой танец на уклонение, то полдела в кармане. Единственное, что вот я думаю, надо ли нам делать с тобой массовую атаку Карайкой. Все равно ведь захиляет. Поэтому не будем. Будем просто бомбить. Так, это раз. Сразу же берем провокацию. Ага, ага. Вот этим, кстати, движением, ребята, он понимает инициативу еще. Может быть, попробовать пробить ее? Ну-ка, Крис. Не, не вышло. Зато получится вот так. Все, Эйприл уже больше никого здесь не захиляет. Но я так и думал, что он будет делать именно с разбега удар. Так, Донателло тоже делает удар. У нас есть Рафаэль, не забывай, еще с провокацией. Так что, единственное, что Донателло может применить массовую атаку. Еще и понизить. Воу-воу-воу, Майки, тихо-тихо-тихо, родной. Все нормально, все целенькие у меня. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем дополнительную защиту. Вот таким вот образом. И попробуем шваркнуть. Да-да-да, именно Донателло. Шикарненько, я тебе скажу. Смерть с небес упадет, естественно, на носорога. Добивай. Все, Рокстеди погиб. Ну и остается Донателло фильм. Тоже, опять же, не проблема, ребят. Раз. Два. И последний удар. Три.
Ну все, справились. Давай-ка мы, наверное, с тобой сейчас быстренько сходим. Или сделаем испытание. Да, наверное, испытание все-таки начнем. Потом вернемся опять сюда с тобой на ареночку. А местечко 17-е? Ну что-то вообще ни в какие врата, ребята, это не годится. А испытание у нас с тобой: городская война, тени на солнце. Будем с тобой драться за кого? За Лапекс, за Шинигами и за... Сплинтер мне не нужен. За Кунаичи. Но вопрос в том, кого мне дадут. Давай-ка глянем. Твою ж дивизию. Ну ты сам понимаешь, мы далеко с тобой не уйдем таким отрядом. А 80 уровней ни одной имбовой карты мне не дали. То есть это будет где-то... Ну, в лучшем случае, если только дойдем до Сплинтера. Это в лучшем случае. Но я почему-то сомневаюсь, что мы вообще до него доберемся даже. В любом случае, пока будем... Так, автобой врубаю, ребят, потому что здесь, ну, самые первые бои. 10 уровень. На одном дыхании будем их проходить. Давай-ка сейчас здесь. Не знаю, ребят, сегодня, наверное, еще поиграем в Marvel Strike Force. Скорее всего, потому что я так подумал, на втором канале начал проходить Мстители, да? И кстати, очень многое, что объясняется. Например, про ту же самую корпорацию АИМ, да? Я, например, вообще не знал, откуда эта компания, что это за персонажи. По крайней мере, когда я играл в Strike Force. А когда стал играть в Мстителей, в принципе, все стало мне понятно. Ну, большинство, короче. Так что я думаю, что как бы они в параллель будут, наверное, играться у меня на канале. Marvel на втором канале, да, а Strike Force на первом. Объединять я их не буду, как бы. Потому что это все-таки ПК-игра и Android-игра. Но для меня лично самому будет интересно. Может быть, я кого-то там увижу еще из новых персонажей. Например, вот у нас там был, да, Taskmaster. Я его только недавно открыл, а в Мстителях он уже появился. И оказывается, это тоже спецагент, как и Черная Вдова в свое время. Так, ну что же, двигаемся тогда с тобой дальше. Это у нас будет какой? Второй эпизодик, да? Второй эпизод. Точнее, третий даже. Так, здесь у нас морозильная кошка. Она нам не нужна. 30 уровень персонажа, 35 даже. Я думаю, что так же легко пройдем. Какие еще сегодня планы? Ребят, ну, конечно же, Spiritfarer будет обязательно. Насчет звездных ренегатов пока вряд ли, потому что... Попытки, ребята, пройти. Все, стратегии там выдумываю. Многие просили вернуться меня в игру Aground. Вчера поиграл маленько за кадром. Ну, так, освежить память. Наверное, скорее всего, да. Скоро вернемся, так же, как и, в принципе, Охотники на монстров, да? Тоже будет возвращена на канал. Потому что там нам нужно проходить в новую локацию. Единственное, кто меня держит, это босс огненной локации. Да-да-да, именно тот самый боец, которого я до сих пор не могу пройти. Но ничего, скоро я его сломаю, и все будет отлично. Планов, короче, очень много на ближайшее будущее. Единственная проблема — во времени. Не хватает постоянно. Так, давай-ка мы с этими сосунками разберемся. Окей. Так, тут у нас кто? Кейси Джонс, Рафаэль и два дрона. Да мы их рвем, как сосунков, правильно? Они 40 уровня, так что идем с тобой на третью волну. Так, ну кто здесь нам представляет угрозу? Да никто. О, молодец. Бакстер сделал массовую атаку и всех повалил. Так сказать, не стал нас задерживать. А мы переходим после морозильной кошки. У нас кто идет? После морозильной кошки идет Майки, после Майки идет вот Кунаичи. Но я думаю, ребят, мы дойдем с вами, наверное, до эпизода 7. Потому что, ну, смотри, уже 55 уровень, да? 55, потом будут 65, 75 и в конце 85. Вот где будут 85, там, наверное, мы с тобой и встрянем. Хотя можно будет попробовать в ручном режиме поиграть. Слушай, а... погоди секунду, а почему сейчас у Тигра сработала контратака? Кто повесил? Или у него у самого активировалось? Да нет, вряд ли у самого. От кого-то сработал баф. Причем пассивка. Всего на два хода, да, была. Ладно. Ну тут
Ну зачем ты? Ну зачем ты делаешь это, а? Рокзар, ты бы мог просто ударить, и все, делов-то на копейку. Кстати, в Strike Force, ребята, сегодня будет открываться новый персонаж у меня. Ну, в игре-то он старый, но так как я его только сейчас буду открывать, для меня он новый. Так, ну что, Леонардо-то мы с тобой забомбим? Да забомбим, в принципе. Все. Пока все легко и просто. Вообще не вижу никаких проблем. Тем лучше для нас. А пока мы с тобой тут деремся, да, у нас идет откат на нашего Усаги, на нашего Леонардо. Ну что, теперь у нас, я так понимаю, друзья мои, Алапекс, а потом еще и Шинигами. По-моему, Шинигами это будет ключевая точка. Ну что, здесь уже, как видишь, 65 уровень. Я тебе об этом говорил, 65-й, потом 75-й. И на Усаги, ой, точнее, на Сплинтере уже будет 85-й. Туда, естественно, нам лучше не суваться. И, кстати, ты заметил, что у Саги у меня получил еще один уровень. Я ему все-таки вчера вкачал. Так что остается всего лишь, по-моему, 3 левелапа, и он будет у меня 100-м уровнем. И начнем еще кого-нибудь дальше прокачивать с тобой. Так, ну что вы тут делаете, а? Вот зачем ты сделал Баксер, а? Причем он даже не повесил постепенный урон. Ни на кого. Два стрелозада, два дрона. Волна у нас предпоследняя. Так, ну здесь понятно, всех вырубаем. Так, контратаку повесил, да? Бамс, упал. Так, сможешь? Ну, постепенный урон неплохо. Не помог он ему, короче. Дай-ка я здесь в ручном режиме сыграю. Ну, в принципе, Крис молодец. Он сделал то, что нужно. Я что, не поставил, ё-моё? Давай, наверное, с тобой заблокируем. О, тихо-тихо, вот так вот. Получилось. Теперь уничтожаем его. Так, Лапекс начинает своими когтями, короче, бомбить. И причем именно в Зека. А если я вот так сделаю? Морозный луч. Все заморозили. Дальше мы пробиваем. Ну что, Кейси? Ну, естественно, естественно. Шайба мина или бомба. Так, все, ему крышка, ребята. Меткость понижена, защита снята. И добили. Слушай, проходим на одном дыхании. Ладно, двигаемся дальше. И сейчас у нас будет Шинигами. Шинигами. Так, ага. Да, ребята, практически около предела мы с тобой сейчас играем в данный момент. 75 уровень, плюс здесь, как ты видишь, Микеланджело есть. Он очень бесявый в плане того, что будет делать уклоняшку. И мы, как всегда, будем с собой промахиваться. Плюс, ко всему прочему, ребят, здесь 5 волн. Так, меткость понизили. Да что ж ты будешь делать? Так, что он там делал? Контратаку? Воу, на всех. Ну давай снимем броню хотя бы. Угу. Терпимо, ребят, терпимо это все. Не забывай, хила у нас с тобой здесь нету. Так что нужно беречь силы. Да чтоб тебя. Завалить его. Отлично. Так, давай, Крис. Молодец, красавчик. Добьешь? Молодец, Бакстер. Так, переходим с тобой на вторую волну. Но здесь опять те же самые. Вырубаем, наверное, в первую очередь вот этого ханурика. Есть контакт. Теперь просто ударим. Заваливаем. Отлично. Так, я думаю, что надо поставить защиту дополнительную здесь. Опачки. А контратака только лишь на Крис Брэдфорд, да, упала? Пока не буду, ребят, тратить свои суперудары здесь. Переходим на третью волну. Опять же, здесь куча дронов. Единственное, что я, наверное, бомбочку туда закину сейчас. Да, уже поздно бросать туда бомбочки какие-нибудь. Мы уже и так их разберем. Так, добьешь? Да ладно, блин, вот Рокзар почему-то слаб. Именно по уничтожению дронов. Отлично, опять, ребята, контратака повесилась на Шархана. Скорее всего, это его пассивка. Его личная пассивка. Так, добьешь? Нет. Все, остается один дрон. Давай вот так сделаем. А защиты у нас с тобой нету, да? Ни у кого дополнительной повесить на себя. Наверное, нету. Ну а здесь, ты сам понимаешь, здесь должны присутствовать все массовые атаки.
потому что вон там Микеланджело стоит. Мы знаем, какая у него инициатива, тем более на 75 уровне. Давай-ка смерть с небес. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, бомби его, Шархан. Красавчик, молодец. Теперь бафаемся с тобой на атаку. Так, здесь нам, скорее всего, Леонардо будет мешать. Ой-ой-ой-ой. Так, добиваем его обязательно. Морозильная кошечка, да, теперь? Морозильная кошечка. Так, только не массовую, блин. Ну, ты сам понимаешь, да? Смотри, сколько у нас остается здоровья на нашем Шархане. Очень мало. Что? В плане мимо. Там что, уклонение? Там нет никакого уклонения. Почему ты все время мажешь, а? Так, а вот здесь, ребят, придется уже брать провокацию. Провокацию. Так, хилять будет? Предсказуемо. Давай-ка попробуем завалить. Меткость понижена. Единственное, что, конечно, атака. Атака повышенная. Так, ребят, последняя волна. Массовые атаки есть? Есть. Особенно у Бакстера Стокмана. Вот. Пускаем волну с тобой. Вау. Слушай-ка. Так, бомбим Карайку. Дальше. Кунаичи. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо. Сейчас выпустит, наверное, Они, да? О, массовая атака. Тихо, подожди. Нормуль, нормуль, ребята. Терпимо. Давай сделаем вот так вот. Есть контакт. Слушай, ну ты сам видишь, да? Уже мы прошли здесь. Но у нас очень мало здоровья у всех осталось. И это были 75 уровни. Я не знаю, сможем ли мы с тобой. Да спринтер, в принципе, нам как бы и не нужен. По большому счету. Ну вот, видишь, 85 уровни. Как бы на 5 уровней преимущество, конечно, офигенно. Причем они все в платине, а у меня... Единственный, так сказать, high level, да, это Крис Брэдфорд, который до сих пор в золотом ранге. Я теперь понимаю, почему вы говорили, топили за Криса Брэдфорда, чтобы я его перевел в платину, что он типа заслужил. Ну да, в принципе, ребята, он заслужил. Он у меня уже давным-давно, да, и как-то смотрится здесь немножко нелепо. Да, а может быть все-таки попробовать, а? Давай рискнем. Поехали, ребят. Хочу рискнуть. Хочу посмотреть на свои силы. Да, вот единственное, что нету хиллера. Был бы хил, возможно, наши шансы бы здесь, конечно, бы были намного-намного лучше. Так, подожди, какого тут бомбануть? Давай, наверное, в первую очередь этого попробуем. Даже постепенно урон не повесили. Что там делаешь? Прикинь, отхилил практически всех полностью. Да. Давай бафаться. Сейчас эти начнут свои массовые атаки. Ай-яй-яй, очень сильно бомбят. Так, ладно, волну выпускаем с тобой. Пришлось. Так, а здесь их целая куча. Естественно, нужно валить сразу же, чтобы они тут не начали стрелять. Получится ли у меня это? Так, ну этого-то мы уничтожим. Морозный луч. Давай попробуем, наверное... Нет, лучше постепенный урон повесить. Теперь, что теперь сделать? Давай, наверное, проникающим сделаем. Вот так вот. Ага. Блин, Шархан, у тебя уже мало, очень мало здоровья. Ну, тут уже, друзья мои, я думал сделать массовую атаку, а смысл? Уже нет смысла, потому что их тут осталось-то. Шиш да не шиша. Так, переходим на третью волну. Опять же здесь, наверное, куча дронов. Ага, тут Алапекс, Рафаэль. Кого будем с тобой брать в оборот, наверное... Слушай, Рафаэль будет с контратакой. 100% он будет с контратакой. Так, заморозились с тобой. Теперь делаем доп. Защиту. Нет, кого-то потеряем здесь с тобой. Кого-нибудь да потеряем. Как пить дать. Меткость понизили. Начинается, да? Мне бы дожить до провокации. Ну давай провокацию поставим. Хочу про... Блин, он достал уже своими этими. Воу-воу-воу-воу. Вот это плохо. Вот это плохо, ребята. Поехали. Кисловато. Блин, атака у него, конечно, поразительная, ребят. Ой, как больно. Блин, вот неохота мне атаковать его тигром. А у меня ничего не стоит, ребята. Сейчас контратака пойдет в лицо. Ай. Ну что, бросаем бомбочку. Нет вариантов тут. Как ты добьешь, Крис? Есть, молодец, красавчик. Но это только лишь третья волна. Что он там делает? Шокер. Оу. Да, тут будут грандиозные потери.
Волна четвертая. Подожди, а что будет на пятой волне? Ну тут, конечно, надо карайку, ребят, валить. Чего? Зэк, ты че? Ну, если так пошло дело, то все, ребят. Зэк даже не попал. Ну-ка, смерть с небес-то. Сейчас будет разбор. Ты дыч. Теперь давай попробуем кунаичи завалить. Не. Н-н-н. Все, друзья мои, крах. Ну, я попытался, я постарался. Давай, а контратака. Вот она. Жестко, конечно, согласись. Нет, ну если бы у меня бы, скажем так, были бы здесь, ну хотя бы Леонардо или Усаги, совсем все было бы по-другому. Ну я хотел пройти, я попытался, ребята. Ну ты видишь, да, ничего не получилось. А на пятой волне я вспомнил, кто будет. Там будет сам Сплинтер в окружении своих подчиненных, так скажем. Ладно, ну не получилось и не получилось. Что ж теперь делать? Так, давай посмотрим насчет арены. У нас там все откатилось или нет? Так, берем с тобой чейны. 15 минут еще нужно ждать. Ладно, я думаю, что за это время мы с тобой пока сходим в смятение из другого измерения, да? Как ты понимаешь, у меня осталось пройти 1, 2, 3. Так, подожди-ка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 этапов. Поехали. Быстренько пробежимся и уже, как говорится, закончим с тобой арену. Не забывай, что у меня еще есть откаты. Так, гриб, опять ты, а? Вот с какого перепуга, объясни мне, у него такая большая инициатива? Ну, с чего вдруг? Ну, 80 уровня. Даже у этих Кирби там и других персонажей нет такой мощной инициативы. Так, тля ты сейчас получишь. Помнят все, кто такая тля? Тля — это раньше был бронированный таракан. Потом он еще раз мутировал и стал тлей. Так, ну что у нас тут? Будем тратить суперудар Усаги или нет? Да я думаю, что обойдемся. Давай попробуем заблокировать. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, Лео валит Пиццелицева. Мы с тобой немножко покром... В плане мимо. Я такой хотел сказать, сейчас немножко покромсаем караечку, змею. Ага, а он взял и промахнулся. Молодец, Рафаэль. Просто красавчик. Так, ладно. Давай сносить этих. Тыч. Погоди, погоди, погоди. Мне вот это не нравится, ребят. Вот, вот это вот мне не нравится, сколько он мне здоровья здесь оставил. Срочно хилять надо. Твою ж дивизию. Срочно, друзья мои, надо Бакстера хилять. Или просто отказываться от него. Ну, я имею в виду оставлять его и брать кого-то другого в наш отряд. Например, Донателло. Например, Донателло. Что я хочу, наверное, сделать. Ой-ой-ой-ой-ой, погоди. Я сюда не пойду, потому что я увидел, что у Микеланджело тоже очень мало здоровья. Здесь будет Зэк. И Саблезуб. Твою ж дивизию. Рискнуть, что ли, а? Ладно, ребят, я рискую. Я очень сильно рискую в данный момент. Тем более Зэк тут первый. Если он сделает свой бластер из руки... Так, по-моему... По-моему, живем. Так, отхилились полностью. Так, блокируем его. Ну, пытаемся, по крайней мере. Есть контакт. Ну, все. Он наш. Эти самураи нам, как говорится, не помеха. Нифига ты. Зэк, не припухли? Откуда у тебя вообще двойная атака? Объясни мне, кто повесил? Вот эти вот халабуды, видимо, да? Вот эти вот самураи. Ну, самое главное, что у нас практически фулл хп. Потеряли мы с тобой, конечно, один отхил, но это ничего страшного. Так, муха и саблезуб. Тут, конечно же, нужно уничтожать саблезуба в первую очередь. Отлично. Теперь попробуем вальнуть муху. Вторую атаку делай. Есть контакт. Ну, а самураи эти упадут на изи. От них вообще никаких проблем. Да, они бомбят лучом своим, конечно, противным. Но это не страшно. Так, ну-ка, Бакстер, давай двойную атаку. Ай-яй-яй-яй-яй.
Вторая атака намного слабее была, чем первая. Но все-таки мы прошли с тобой. Ладно, я думаю, наверное, пора идти на оригиналов, с ними расправиться и уже потихоньку ковылять до Кренга. Потихоньку, как говорится, не спеша, тихо шифером шурша. Так, точно оставляем так. Вот что, ребята? А, сердечко, это означает, что нужно немножко его подхилить, да, типа. А я раньше думал, что сердечко это означает взаимная симпатия, знаешь, там. Ага, взаимная симпатия. В общем, ребята, делаем с тобой уклонение. Фиг сейчас по нам попадут. И начинаем, естественно, массовые атаки Усаги, потом Леонардо. Но обычно мы в последнее время с ними очень быстро расправляемся. Вообще без каких-либо проблем. Если сейчас даже кто-то выживет, да, он умрет от постепенного урона. Ну что же, замечательно. Погнали, остается всего лишь два, нет, три, по-моему, да? Три этапа нам пройти. И заберем с тобой награду. Три этапа, раз, два, три, да. Поехали. Ты не забывай, что нам совсем немножечко не хватает, чтобы прокачать Микеланджело оригинал, да? По-моему, там 8 ДНК. Вдруг сегодня наш день, и нам выпадет целая куча ДНК именно на него. Так, ну ладно. Выжил, да? От халабуда. Ладно, поехали. Кстати, ребят, я недавно тут лазил в Google Play и нашел еще одну игру от этой студии, да? Как там? Людия или Ладия? Не имеет значения. В общем, по мультику про драконов что-то там такое. Я посмотрел, тоже там такие же бои, как в Черепашках, только на драконах. Вот не знаю, ребята, стоит ли ее вообще посмотреть, глянуть, пишите в комментариях. Если захотите, мы с вами на изи глянем. Игра, по-моему, не новенькая, я не скажу, что она там, как говорится, из последних новинок. Ну, ей, наверное, лет 5, может быть. А может быть поменьше. Ну, не знаю, ребят. Надо смотреть, определяться. Так, ну что, завалим мы с тобой? Да, конечно, завалим. Фух, и остается всего лишь последних два боя. Так что, ребятушки, не расслабляемся. Не на секундочку. Расслабляться будем, когда уже с вами завалим Кренга. Когда он там закряхтит, заплачет и тому подобное. Да, бравая команда у нас. Так, Ванюша Стиранка здесь и... Да, Крысиный Король. С ним надо в первую очередь. Я не буду здесь тратить, наверное, уклонение. Оно того не стоит, а вот заблокировать его надо. Ну, есть, Усаги, молодец. Так, ну а с Тлей мы разберемся вообще на изи. Пью, тихо ты, заморозку он применил, да посмотри, а. Да не, я даже хиляться пока не буду. Ну, не стоит. Да что ж ты будешь делать. Так, минус Тля. Ну, я ее называю Тля, потому что она похожа на Тлю. Я не могу назвать ее бабочкой. Или еще кого-нибудь там. Хотя и на Тлю она не очень сильно похожа. Тля — это же у нас такие букашки, которые дают молоко. И это молочко любят муравьи. Так, ладно. Что-то меня уже не в ту степь понесло. Давай-ка мы с тобой уничтожать Ванюшу. Слушай, а почему здесь маузеры ходят самые последние? Обычно у них инициатива большая, и они первыми бомбят, но не в этот раз. Так, разобрались с Ванюшей. Минус маузер. И минус... Ага, ага. Хотел сказать, и минус второй маузер. Нехило, да? На 3000 хп себе восстанавливает. На! Ну вот, вот, друзья мои, и дошли мы с вами до Кренга. Естественно, бедный Кренг сейчас будет плакать. Вначале будет, конечно, довольный, потирать свои лапки, а потом будет плакать. Так, что же, давай переходить. И потом будем открывать с собой награды. Ну, с бибопчиком здесь на изи мы разберемся. Хиляться я опять же пока не буду. Блин, я хотел бибопа бить, а не этого прищелыгу. Давай сюда. Вот, вот, вот. Вторую атаку делай. Минусанули. Что он делает? И ты, что ли, нет, этот хиляет. Раз, два, минус. Слушай, я хотел, конечно, на дорожку. Да,
Давай уклонение повесим с тобой. Все равно сейчас пойдем уже на Крэнга. Чпок и готово. Все, друзья мои. Крэнг, как говорится, сидит и ждет в своем технодроме. Давай, вылази уже. Потирает он тут лапки, понимаешь ли. Все, ребята, понеслась. Ну, начнем, конечно же, с проникающего удара. Просто пол хп. Тихо! Хорошо, что у меня было уклонение, да, стояло? А то Майки мог бы, наверное, и не пережить этот удар. Да все, ему крышка, ребят. Две атаки. Оу! Ничего себе! Я думал, что его Рафаэль сможет добить, но это сделал Микеланджело. Да-да-да-да, Крэнг, все, иди отсюда, отдыхай. Ну, а мы с тобой приступаем к открытию наших сундуков и, конечно же, пака, который нам сейчас дадут. И мне хотелось бы, конечно, получить очень много ДНК на Микеланджело оригинал. Ну что же, собрать. Давай смотреть. Так, Леонардо оригинал. Рафаэль. Леонардо. Леонардо, да вы серьезно, что ли? Твою же дивизию, мне нужен был Майки, они мне надавали кучу на Леонардо. Ладно, давай смотреть, что нам здесь достанется. Пока ничего хорошего не вижу. Так, Рокзар, Бакстер, Стокман, Макман. Но это не то все, ребят. Да, тут как-то, конечно, очень скудненько. Будем честны, очень скудно. Так, здесь Донни оригинальный. Здесь нам достается, о, классика. Рафаэль и Донателло. Донателло и Донателло. Да вы серьезно, что ли? Я так понимаю, Майки вы мне сегодня не дадите, да, Микеланджело? Нет, ребята. Ты посмотри. Рафаэль, Донни и Лео. Все. Ай-яй-яй-яй-яй. Я немножко на другое рассчитывал, если честно. Друзья мои, как будто вот как специально игра против меня, да? Пошла. Они же прекрасно знают, что мне нужен именно Майки. Но вот как назло сделали. Ну как бы по-другому вот не сказать, ребят, что это чистое совпадение. Ну вот смотри, вот он. Вот он, Микеланджело. Да, вот нам с тобой не хватает всего лишь 12 ДНК. И они ни одной мне не дали ДНКшки, понимаешь? Лео, ну Лео у нас прокачанный. Уже даже излишки, как ты видишь, появились. Так, у нас пошли. А, кстати, смотри-ка, Донателло пошел неплохо прокачиваться. Ну а Леонардо еще пока отстает. Ладно, ребята, в любом случае все равно приятно, что выпадают ДНК на тех персонажей, которых у нас пока еще нет прокачки. То есть они не фуловые, да? И вот здесь у нас с тобой тоже какая-то бредятинка получается. Но мы с тобой решили прокачивать Слэша, да? Хотя можно было бы вот, например, Микеланджело прокачать. А в идеале вообще кроликов. Блин, ну 830, это, конечно, перебор, да? Это самая большая сумма по жетонам. 830. Ну что, ребят, у нас остается с вами турнирочка, да? Давай-ка мы ее будем уже добивать с тобой. 26 с тобой откатов у нас. Я думаю, этого за глаза, чтобы войти. Не то, что войти, а ворваться в топчик. Блин, 3 минуты. Ладно, я возьму пока Усаги. Здесь. Раз, два, три. Раз, два, три и... Майки меня вот это немножко пугает. Попробуем с тобой так сделать. Естественно, сейчас весь акцент будет на Усаге. С возможностью, что он повесит постепенно урон. Ну а дальше уже будут мои ребята там разбираться. Не знаю, правда, инициативы хватит ли им. Так, что он будет? Ага, ладно. Постепенно урон снял, да? Ну что, пауку сдавай, показывай. Минус. Вау. Тихо. Тимати, живи, родной. Блин. Сделать нам. Давай вот так вот. В плане. Я вообще-то рассчитывал на самом деле, что он сейчас. Твою ж налево. Вот что делать. Этим ударом бомбануть. Красава. Так, интересно, он сможет его вальнуть, если мы вот так вот сделаем. Бамс, молодец. Слушай, друзья мои, отлично справились. Хорошо, что мои бойцы все-таки выдержали эти атаки. Причем одна была очень мощная, да, от Rocksteady.
Ну и еще, как говорится, Рафаэль сделал свою вертушку эту. Очень жестко прожарил моих ребят. Так, ну что, двигаемся с тобой далее. Здесь у нас... Подожди, а мне дадут, например, 17-23? Во, отлично. Даниэль. А, была не была. Чушь, как говорится, выжидать у моря погоды. 75-й, 72-й, 76-й уровень. Риск. Риск, а он всегда будет присутствовать, ребят. Тем более на высоких уровнях. Без этого никак. В общем, смотрим, что у нас сделает с тобой Усаги. Если постепенночка будет, то Лео добьет. Не добьет, так они погибнут от кровотечения. Ну, ребят, я постепенный урон просто решил называть кровотечением. Так, все, тут выигрыш за нами. Отлично, двигаемся с тобой далее. Я думаю, что уже переходим с тобой в Лигу Мастеров. Две звезды. А вот какую позицию мы сегодня займем, не знаю. Обычно, ребята, мы когда доходим с вами до полтинника, и на этом можно, как говорится, успокоиться. Екатерина. Ну, мы будем с тобой тратить по два отката, предположим, да, пока. И брать с тобой более слабых персонажей. Единственное, что инициатива может потеряться у нас с тобой. Стоит кому-нибудь вырваться вперед, сделать хотя бы один удар, и мои слабые персонажи просто упадут. Они не выдержат натиска. Вот, вот здесь вот плохо сыграл, конечно, Усаги. Постепенно урон повесил только на двоих. Но Леонардо, слава богу, нас не подвел. Слушай, я думаю, может быть, нам брать не с самого начала, а лучше с хвоста. Если мы уж деремся, как говорится, да, за Леонардо с Усаги. Наверное, я так и буду делать сейчас. Возьмем Анжелу. А в идеале лучше взять Ани. Так, Лео, Усаги. И хочу взять где-нибудь вот этих вот 50-х уровней. Конечно, 71-й, 72-й уровень может, ребята, с удара повалить, но вероятность маленькая. Тут еще Пит мелкий бегает, смотри. Но я думаю, что мы его ушатаем. Вот здесь вот отлично все получилось. Здесь победа 100% будет за нами. Все, отдуплились ханурики, а мы с тобой двигаемся дальше. Мы с тобой двигаемся дальше. Какое местечко займем? Наверное, 78-е? Или 75-е даже? 72-е, отлично. Ну, я думаю, до полтинничков мы сегодня доберемся. Берем с тобой Сашку. По два отката. Значит, еще где-то 8 боев мы с тобой сможем сделать. Ну, я думаю, 8 боев вряд ли нам понадобится, да? Чтобы дойти до 50-го ранга. Еще где-то боя 2. Ну, 3 максимум. Это опять же, если никаких потерь не будет. Так, Усаги крутит, вертит. Красавчик. Вот так бы всегда бы ты делал на 100%. Вешал бы постепенно, и все. Не было бы вообще никаких проблем. В данный момент я просто отыгрываю своих слабых персонажей. Это Супер Шреддера, Леонардо, да? Ролевого. И кто там у нас еще был? А, и Майки. Тоже ролевой. Так, давай-ка мне 65-ю. О, 61-ю. Вообще шикарно. Вообще шикарненько идем. Возьмем тогда с собой Ники, наверное, здесь, да? Да, Ники будет самое то. Микеланджело, но это ерунда, ребята. Обычно он бафает на атаку, хотя он может иногда сделать и массовый удар. Редко, но он может. Как бы из-под тишка, так скажем. Ну-ка. Что у нас тут Усаги сделает? Давай, не подведи меня, родной. Как ты любишь обычно бомбить. Отличный результат. Тут уже никто не выживет. Слушай, ну прикольно. Я думаю, что мы до конца недели с тобой возьмем топчик, да? Топ-1. И фулл реверт за нами будет. Так, и мы с тобой перемещаемся. Вот, 51-я позиция. Все, ребят, последний бой с вами делаем. И будем закругляться. Будем закругляться, будем играть в другие игры. Так, возьмем я сюда, наверное, Бакстера Стопмана. Что он там стоит, как говорится, бедолага. Грустит. Ну, главное, смятение сегодня мы с вами прошли, да?
плюс испыталки. Кстати, а у нас когда... Подожди, если сегодня пятница, у нас же, по идее, должны быть новые испытания открыты. Сейчас глянем, посмотрим по времени, что там происходит. Они сегодня вроде бы должны активироваться. Так, ну что, как ты видишь, победушка за нами, все хорошо. И мы с тобой, наверное, где-то 43-е местечко должны занять. Да? 40-е даже. Вообще изи. Ну-ка, 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 хочу посмотреть, ребята. А, ну да, вот, испытание. Черепашья буря через 34 минуты будет открыто. Я не знаю, ребята, может быть, вечером сделать еще серию. Пиши в комментариях. Будем делать вечером с тобой серию. Сыграем с тобой на арене. Ага, на арене мы с тобой сыграем, конечно. У нас там откаты какие, по сколько по времени-то? По 8 часов, ё-моё. Не, ну если использовать, конечно, наши билеты на откат, то можно это все дело ускорить. Или оставить все-таки на следующий день. В общем, пиши в комментах. У нас еще как раз, наверное, ага, задание только через 12,5 часов откатаются. Ладно, друзья мои. Будем... Тихо, 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 тихо. 35 тысяч мутагена. Усаги. Да, друзья мои, усаги. Красавцы мы какие, а? Фух, друзья мои, остается всего лишь 2 левелапа. И он будет... Именно по прокачке уровня фуловым. Как ты думаешь, если мы его прокачаем на 100 уровень, он будет стоять впереди Леву или нет? Какие твои предположения? Кто из них сильнее по соточке? Лео или все-таки Усаги? Пиши в комментариях свои предположения, а мы уже потом проверим на деле. Ну что, ребята, будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.